В настоящее время стратегически важные отрасли промышленности Российской Федерации находятся практически в 100% зависимости от импортных поставок натуральной целлюлозы на основе хлопкового волокна, что ставит значимые для народного хозяйства и обороны России отрасли экономики в зависимое положение от иностранных поставщиков. Ежегодно Россия импортирует более 120 тысяч тонн хлопка. Глубинные культуры, лен и техническая конопля способны полностью заменить хлопок, а многовариантность их переработки и применения может существенно повысить доходную часть аграрно-промышленного комплекса России. В связи с этим основной задачей в текущей экономической ситуации является разработка комплекса мер по осуществлению импортозамещения в сфере производства и глубокой переработки натуральных волокон и целлюлозы. Реализация этой важной государственной задачи позволит создать вертикально и горизонтально интегрированный аграрно-промышленный комплекс в 26 льно- и коноплесующих регионах Российской Федерации, будет иметь огромный импортозамещающий и экспортоориентированный эффект, создаст десятки тысяч новых рабочих мест, позволит задействовать производственный потенциал машиностроительной, химической, текстильной и легкой, пищевой и других отраслей экономики Российской Федерации. Одна из приоритетных задач отечественной оборонной промышленности – развитие артиллерийского вооружения. Эффективность боевого применения артиллерии зависит от эффективного действия артиллерийских выстрелов, составной частью которых являются метательные заряды, изготавливаемые из нитроцеллюлозных порохов. Для производства нитратов целлюлозы в качестве сырья обычно используется хлопковая и древесная целлюлоза. Наиболее высококачественные нитраты целлюлозы для нужд оборонной промышленности изготавливали из хлопковой целлюлозы. Однако отечественная хлопковая целлюлоза из-за отсутствия сырья хлопкового линта в настоящее время не производится, что ставит российскую отрасль боеприпасов и спецхимии в достаточно серьезную технологическую зависимость от поставок импортного сырья, крайне необходимого для обеспечения обороноспособности Российской Федерации. Минобороны России во взаимодействии с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в ГУПЦНИХМ, головной исполнитель и гражданского сектора экономики в течение ряда лет решала системную стратегическую задачу ликвидации технологической зависимости России от поставок импортного хлопкового сырья для производства порохов различных рецептур и марок. Показана возможность изготовления порохов из льна. Стрельбовые испытания подтверждают, что использование пороховых элементов, изготовленных на основе льняного сырья, приводит к повышению баллистических характеристик выстрелов. По ряду физико-химических и баллистических характеристик пороха на основе льняного сырья превосходят штатные на основе хлопка. Плотность пороха выше на 0,2 грамма сантиметров кубических. Масса пороха метательного заряда ниже на 5,8% по сравнению со штатной для достижения табличной начальной скорости снаряда. Отклонение начальной скорости от табличного значения ниже, чем у штатных порохов, и составляет 0,3-0,5 метров в секунду. Для штатных порохов 3,5 метров в секунду. Разброс по величине максимального и минимального давления от среднего значения составляет менее 2%. Для штатных порохов менее 5%. Повышенное термодинамическое сродство льняного колоксилина к нитрату глицерина по сравнению со штатным колоксилином.